Так, тут шикарный вид на юг, великолепный. Поэтому хотим мы включить сейчас NetMonitor программу, которую я анонсировал, так сказать, ее использование в прошлых роликах, но так и не показал, прошу прощения. Смотрим на компас. Наш компас показывает север. Где там у нас север? А вот у нас север. Вот здесь он где-то. Да, за мной. То бишь, вот у нас юг. Посмотрим, насколько далеко мы увидим вышки. А чуть позже я покажу, как я буду принимать борта. Я надеюсь, я буду принимать на АДСБ частоте 1090. Так, ребята, вот, запустил я, значит, что у нас здесь? 2G. Лучше на 2G принимает все-таки подальше. Значит, где я нахожусь? GPS-приемник я включил. Нахожусь вот я примерно здесь. В этой точке. Вот здесь. А вот как далеко принимаются станции 2G на такой высоте. 6 километров. Но мы, как ты слышишь, на той горке подальше принимали, да? Я не понимаю. Здесь так открыто, юг. А что юг? На юге ничего нет. Как это? О! Там тепло. Трасса Харьков-Симферополь. Южнее Ореховского кольца взяла. Да? Ну и все. И холм завернулся в другую сторону. Так, ну в общем, максимум принимает здесь 7 километров по прямой. Так а что, над каменным 8,5? Ну, 6 километров показывает, Женя. Он же учитывает еще GPS-приемник, так что у тебя подбирает маленько. Странно. Серьезно. Вот 7, получается, 7 базовых станций приняло. Так, кто досмотрел до конца, выдержал. Сейчас будет попытка АДСБ принимать что-нибудь.